привет! С вами Кононова Анна, проект Faberlic Online. За кадром, конечно же, мой муж Антон Кононов. И сегодня мы с вами, я вам, вернее, покажу то, что у меня опять-таки будет впервые на канале. Есть вид новинки в виде таких вот кроссовочек, кстати, обалденно удобные. И есть вещи, которые уже не вид новинки, но тоже впервые на моем канале. Итак, смотрите, на мне сейчас футболка с карманом. Женская, вот такой карман, знаете, блестящий, Антон, видно? Да. Блестящий, пластиковый такой, вот не знаю, как это будет стираться, если честно. Он, кстати, прозрачный, а надпись уже на самой футболке. Да, вот видите, прозрачный, а надпись уже там вот в ткани на самой футболочке получается, таким вот образом. Вот, футболка, как вы видите, так, XL, 92 хлопок, 8 эластан, в принципе, нормально. Кто не любит, чтобы было сильно свободно, можно заказать на размер меньше, кто любит посвободнее, можно заказать на размер больше. На мне XL, артикул 861, 383, очень комфортная, классная, вот тут вот, как вы видите, загибается таким вот образом, могут быть проблемки с глажкой, да, кто любит совсем-совсем комфортно, удобно. Вот, а так великолепный, мне этот цвет подходит, и он, кстати, к белым штанам подходит, тоже классно. Футболочка салатовая, цвет салатовый, размер XL, 92 хлопок, 8 эластан, артикул 861, 389. Точно-точно такая же, как и предыдущая. Точно-точно такая же белая футболочка, белый цвет вообще всегда классный, всегда освежает. Тоже XL, артикул 861, 395, состав идентичный предыдущему. Вот, значит, далее, смотрите, ребята, на мне штаны. Кстати, штаны я позже скажу, да, с кофтой вместе. А вот на мне кроссовочки, такие вот клевые. Сейчас мы их сделаем поближе с вами. Значит, кроссовки женские. Артикул 885 966, размер 38. Не большемерят, не маломерят, все прямо великолепно, на мне смотрится здорово. Обратите внимание на то, какая необычная шнуровка. То есть тут не простая шнуровка, а прям вот эти вот шнурочки вот тут вот, да, то есть как-то вот так вот. В общем, интересно очень, да. Значит, верх искусственная кожа. Подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Шикарная, протектор тоже классный. Ну и еще одни супер удобные кроссовочки. Не большемерят, не маломерят. Прям супер-супер все. Менее марки, чем белые. Значит, цвет сиреневый. Артикул 885-960. Размер 38. Верх искусственная кожа, подкладка текстиль. Стелька текстиль и подошва ПВХ. Удобные, классные. Но они не пружинят, конечно, ничего, но хорошенькие. Протектор тоже точно такой же, как и у розовых. То есть они ничем не отличаются, только цветами. Ну и это тот костюм, который я ждала больше всего. Ребят, я не заметила, если вот такая вот кофточка с замочком, я бы, конечно, больше хотела ее, нежели с коротким рукавом. Но и с коротким рукавом мне она тоже безумно нравится, классная, суперская. Но я бы вам сказала, что вот такую вещь хочется на размер больше, потому что она все-таки обтягивает. Белая, она слегка просвечивает, прям слегка-слегка. Ну и сзади как-то бы вот как будто выделяет немножко все-таки недостатки и все такое прочее. А мне не очень-то вот это дело нравится, но муж говорит, хорошо сидит. Не, наоборот, хорошо сидит, ничего, все скрывает, все ровненько. Да? Да. Ты говори потише, потому что там оглохнут люди. Я говорю издалека, а ты говоришь рядом, поэтому громкость убавляй, старайся. Да, ну что могу сказать? Нравится, хлопковый, натуральный, приятный. На жару он не подойдет, но он подойдет на летние вечера, когда вот комар точно не прокусит, ей-богу, вот честное слово. У нас тут очень много комаров в Кирове, и как бы это удобно. Итак, на мне XL, 80 хлопок, 20 полиэстер, артикул 861-317, и брюки женские.
тоже XL, артикул 861021, все 90 хлопок, а нет, брюки 90 хлопок, 10 полиэстер, а худи идет 80 хлопок, 20 полиэстер, составы немножко отличаются. Карманов нет ни в худи, ни в брюках, что очень неудобно. Реально нету карманов, мне это не нравится, но в принципе я люблю сумочку на бок носить. Вот, только у меня беленькой нету, светленькой никакой. Вот, капюшончик довольно-таки. А я поправлю, вот если так разобраться, у меня тоже костюм, который голубой, он у меня без карманов. За счет этого, по идее, света он все равно полнит немного. Карманы? Нет, светлый цвет, он полнит в основном. А без карманов, наоборот, я надел его, этот голубой, и он меня худит. Угу. То есть без карманов. Мне кажется, я в этом костюме как Чунгачкук загорела. Да, не, хорошо, нормально. Нормально? Да. Не, ну я уже почти отскрабировала весь загар. Я не люблю вообще загар, не люблю. Вот. Да и вообще он ближе к 40 уже не актуален для женщин, потому что он больше старит, нежели молодит. Вот, но, в принципе, вот так вот, ребят, пишите, как мне белое, потому что я ждала больше всего именно этого. И вот еще решила такую гамму к лицу приложить, вам показать. А, я в этом костюме снималась, ставлю вам сториз. Значит, брюки женские, артикул 861-437 в размере XL. Худи на молнии, получается, размер XL, артикул 861-137. И точно такой же худи, как вот сейчас на мне. Безумно нравится, все оставила, ребят, себе. И да, это я скупила все штаны, как мне пишут в сторисах в Инстаграме. Размер тоже XL худи. Бежевый артикул 861-311. Я бежевый не люблю, не ценю, не уважаю. Но вот этот бежевый, он очень приятный, он достойный оттенок. И я поэтому его себе оставила. Он реально классный. Смотрите, вот это я еще раз себе заказала, потому что у меня забрала Катюша, как вы помните из прошлого видео. Худи XL 861-299 с капюшоном, без карманов, с коротким рукавом. И брюки женские, размер М, 80 хлопок, 20 полиэстер, артикул 861-423. Так, обещала вам показать, как вообще сумочка смотрится, да, поэтому показываю ее второй раз. Она у меня уже в обзоре, это сумка бирюзовая. Идет для занятий спортом, артикул 910-173, материал полиэстер, ПВЦ, длина 36 сантиметров, высота ручек, просто высота 30 сантиметров, высота ручек 15, ширина 19. В общем, очень удобная сумочка, я ее оставила себе, у меня все-таки есть огромное желание сходить в бассейн, единственное нарекание по этой сумке, почему нету такой мужской. Вот реально бесит. А может она универсальная? Ну не скажи. Такой цвет. Не знаю. В общем, в чем уникальность этой сумки? Почему она мне безумно понравилась? Во-первых, она будет хорошо стираться. Во-вторых, у нее такая вот ткань. Да, такая вот интересная. В-третьих, тут есть отделение под обувь. Ну-ка, войдет, не войдет. Да, давайте будем засовывать. Отлично, легко войдет второй кроссовочек. Угу. Так, ну-ка давайте попробуем. Я прям хочу. Меня видно, Антон? Да, да. Так, значит, кроссовки позанимали, грязные кроссовки, убрали в отделение, чтобы оно не перемешивалось со всем остальным.
А потом, значит, позанимались, вспотели, сходили в душ и так далее. Тут такое вот прям огромное отделение. Туда можно наложить все, что вы хотите. Да, например, футболку позанимались, полотенце, да, все оно влажное, что-то потом пропахло, да, что-то из-под душа, да, то есть вот это вот все положили сюда. Почему? Потому что тут есть такая вот прочная очень такая клееночка хорошенькая. Закрыли. Прям офигенная сумка, ребят. Офигенная сумка, вообще классно. Вот, и вот это отделение под что-нибудь. Шампунь для волос, гель для душа. В общем, все, что вам захочется. И получается, вы все это взяли, и смотрится она тоже великолепно. Добавлю еще от себя, вот сколько заметил, вот даже издалека, для чего это сделали, например, когда вы гели для душа с собой берете, вдруг сумку где-то придавили, чтобы ваша сменная одежда, вот, например, поехали на тренировку, чтобы ваша сменная одежда не пострадала от геля для душа. Ну, это тоже факт. В общем, удобно, ребят. Найдете, что куда разложить. Классно, девчонки, классно, прям вообще супер. Ну, еще такая вот сумочка, это пляжная сумка. Она идет с термоотделением, материал полиэстер, пенополиуретан, господи. В общем, вы поняли, пластик, металл. И размер сумки 28 на 37 на 14. Высота ручек 25 сантиметров, то есть ее уже удобно повесить на плечо. Артикул 910-207. Просили, да, просто показать, поэтому я так 5 минут вашего времени повторно потрачу. Тут кармашек. Она полностью, как вы видите, идет из сеточки. Что понравилось в ней, почему я ее оставила? Ну, во-первых, универсальный цвет. Во-вторых, она может так вот аккуратно складываться. Но также вы ее можете битком набить полотенцами, солнцезащитками и так далее. Тут идет не очень-то, кстати, надежная кнопочка, но я как-то упустила это из виду. Но из-за кнопочки я бы все равно не вернула. Она не такая уж и тугая, и не такая уж надежная, да. Но с другой стороны, тут ну, очень сложно что-то выронить. Ну, может быть, если вы что-то положите, оно упадет и может, да, выпасть, если откроется. Но это навряд ли. Дальше. Вот тут, как вы видите, двойная застежечка, так же, как у той сумки. И когда вы открываете, тут идет холодильное отделение. Сюда можно класть все, что угодно, да. То есть взяли с собой на пляж, например, воду холодную, я не знаю, мороженое, еду какую-то на пикник, да, вот перекусить, когда вот человек идет целый день на пляж, пить и есть бывает иногда, что очень хочется. Дальше кремы, да, то есть кремы можно положить. Тоже очень удобно, поэтому вот эта вот сумка с термоотделением, то есть оно будет держать и холодное, как вы понимаете, и горячее, смотря что вы сюда положите. И также вот тут еще есть такой вот кармашек, я так понимаю, сюда кремчиков накласть, чтобы они на солнце не парились, да, чтобы соблюдение было, а сюда что-то вот такое вот съедобное. Вот, удобно, потому что она большая такая, очень вместительная, как вы видите, да, то есть у меня полностью вот влазит рука. Что, две полторашки воды войдут? Войдут две полторашки воды, да, войдут. Вот, даже еще больше войдет, не только эти две полторашки, но еще и пару мороженок и так далее, да, то есть можно собрать и салат с собой покрошить, да, у кого дети, там, яблочки, фрукты какие-то, чтобы они... Ну, они как бы не растают, да, но вот такое что-то полезное очень важно свой дом иметь. Вот, у нас была сумка-холодильник, но мы ее куда-то засунули, по-моему, мы ее родителям отдали, что ли. Вот, а сейчас у нас ее нету, и вот, в принципе, удобно. Так, немножко пододели Антона. Сейчас на нем размер 54-й, трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Хочу его прям поздравить с помощью спорта, правильного питания. Он скинул 10 килограмм. Сейчас носит уже не 58, а 54 размер. Это очень-очень похвально. Цвет черный, состав 100% хлопок. Ну что, Антон, скажешь? Хорошая, как сказать, не пустая. Только единственное, чуть-чуть различается цвет у штанов.
Ну, я думаю, это не так фатально. Ну, штаны мрамор более крупный, нежели на кофте. Но, в принципе, цельный образ вполне гармоничный. Мне нравится. Да, хорошо. Отличная просто футболочка. Сейчас такой лук вообще в моде. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Цвет мультицвет, размер 54, состав 100% хлопок, артикул 528046. Прикольно, голубое, под цвет глаз. Да, и обратите внимание, сейчас штаны на нем тоже впервые на нашем канале этот бот-костюмчик. Вот как он смотрится с футболочкой, но скоро мы вам его целиком покажем. Скоро у нас будет мероприятие, и я хочу, чтобы Антон вообще ни разу не надевал вот эту футболку. Мне хочется, чтобы он прям был в светленькой, в беленькой. Я таких заказала 3 штучки, мало ли что, на день, потому что у нас будет 8-часовой тимбилдинг. Очень такой крутой, на природе. В общем, будет очень здорово, под названием Food Track. Да, и поэтому я ему заказала вот таких еще 3. Цвет белый, размер 54, отлично на нем просто сидит. 100% хлопок, это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 528051. Далее, значит, такой вот костюм, про который я говорила, очень мне понравился тем, что у него реально такой прикольный цвет. Ага, это штора у нас так мелькает, на Антона как раз солнышко попадает. Да, действительно хорош цвет, прикольный, и он такой и не сильно плотный, и не сильно легкий, да, такая вот золотая середина, и на теплый летний вечер подойдет, и можно носить глубокой осенью, например, с безрукавкой или с курточкой, то есть такой универсальный такой костюмчик. Значит, артикул 861-104 у толстовки мужской, размер 2XL, 90 хлопок, 10 полиэстер. И артикул 861-144 у мужских брюк, цвет голубой, размер XXL, 90 хлопок, 10 полиэстер. Отличный просто костюм, Антох, ну, я думаю, ему понравилось. Да, ну, такой же костюм, в принципе, штаны такие же, только кофта другая. Вот видели, наверное, Be Your Best, да, которая вышивка, вот только она с капюшоном идет, а здесь просто пуловер и штаны. Угу. И смотрите, тут расцветка голубой меланж, но этого меланжа, ну, практически незаметно. Нужно присматриваться, чтобы обратить на это внимание. Вот, а так, такой чистый цвет голубого костюма. Ну что ж, дорогие наши, всем пока-пока, спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки, поддержите нас своей активностью, сами знаете, это для YouTube-каналов наверх золото, спасибо, что помогаете нам. Удачи вам и увидимся с вами в следующих видео.